Но это еще не все. А может, уже хватит? Еще нет. Мы выстояли и ударили с фланга. Да. И обложили обреков со всех сторон. Как обложили? Ну, сначала матом. А-а-а. Ой, я не могу. А потом, чем обложили? А потом подо мной оступился генерал. И мы начали тонуть в информационном потоке. Рейтинг уходил из-под ног. Вы представляете? Положение было отчаянное. И тогда я схватил себя за волосы и потянул, Ой, неужели спаслись? Но я же перед вами. Вы хотите сказать, что человек может вытащить себя и свой рейтинг самостоятельно? Мыслящий политик просто обязан время от времени это делать. Барон хранит на память об одной охоте. Он охотник? Еще какой. Однажды, ближе к зиме, барон пошел на охоту за рейтингом и встретил медведя. Медведь был совсем плох, и барон его поддержал. Разумеется, не как барон, а как гражданин. И что? Медведю, как видите, не помогло, но барон прославился своей любовью к чрезвычайным ситуациям. Добрый вечер. Извините, что заставил ждать. Был занят. Беседовал с Дзержинским. С каким Дзержинским? С тем самым. Милейший человек. Могу познакомить, да. Спасибо, не надо. Опять ваши фантазии? Я всегда говорю только правду. Зачем вы меня позвали? По неотлагательному делу, да. Я слушаю. Пастор. Пастор. Разведите меня. Барон. Мы своих не разводим. Это не по понятиям. Вы не поняли. Я хочу стать политически свободным. Вы хотите расстаться с семьей? Да. Как бы. Понарошку. Зачем? Чтобы все думали, что я сам по себе, и любили меня за мои подвиги еще сильнее. Я понял. Но... предупреждаю, семье это может не понравиться, и многим другим тоже. Знаете, пастор, у меня в этой нашей Саксонии теперь такой рейтинг, что я могу плевать на семью. И на все другие кланы тоже. Поняли? Кстати, о других кланах. Утка готова? Уже на подлете. Жареными фактами. Ружье. Командуй. Пли. Здравствуйте. Наш опрос общественного мнения. Еще привет. Более мне в прошлый раз. Про это рассказывали, но я не верю. Ну что вы, населения России. Я всегда говорю чистую правду. И он тоже. И как эта утка на вкус? Что вам сказать, пастор? Все зависит от того, под каким соусом подавать. Немного грязновато, но people have it. Прошу к столу, господа. Надо что-то делать, а то наш барон с его бешеным пиаром скоро станет национальным героем. Это же подумать только. Военные подвиги, экономический рост. Врет и не краснеет. А кто тут вообще краснеет? Может быть, вы? Не, нам это невозможно. Мы изначально красные. А, правда говорят,
господа, что наш барон настоящий немец. Немец не немец, а в Германии жил. Но что же нам с ним делать? Ближе к весне давайте между собой сговоримся и откажем ему в доверии. Я тоже откажу ему в доверии, но сам по себе. Дуэль. Правильно. А пока пускай он все свои подвиги докажет документально. Каким образом? В суде. Не дай бог. Я уже подавал в суд на одного фантазера. Сам теперь не рад. Почему? Теперь выясняется, что я саентолог и убийца. А ты кого убил? Да говорят, одного американца. Это еще ничего. А я, оказывается, хотел убить грузина. Три раза одного и того же грузина. Да-да-да-да-да. Я слышал, он хотел убить грузина тазобедренным суставом. Когда тот пролетал над дачей Гусинского. Кто? Грузин? Ну, не сустав же. Чего у тебя? Вот. О, ого! Ценная улика против нашего барона-фантазера. Немедленно к герцогу! Ваше Величество, к вам... Я занят. Крою бюджет. Ваше Величество, я бы урезал верха. Это значит ретроградство. Урезать верха было модно 10 лет назад. Сейчас так не носят. В Европе носят. Ну, мы же не позволим всяким французам указывать нам, где что урезать. У нас другая модель. Я заметил. Значит, сверху надо погуще, расшить золотом. А прожиточный минимум пустить еще ниже. И получится такой, понимаешь, демократический прикид. Цвета хаки. Ваше Величество, к вам группа баронов. Ну, я же сказал, я занят. Я даже говорил, что вас вообще нет. Вообще нет? Меня? Да. Ну, это ты, значит, переборщил. Ладно, зови. Ваше Величество, извините, что отвлекаю от государственных проблем, но случилось невероятное. 100 с лишним дней назад вы подписали указ о назначении барона Путина Мюнхгаузена верхним по нашей Саксонии. Кто подписал? Я подписал. Да, я подписал. Но это противозаконно. Почему? Потому что барон сумасшедший. Докажите. Пожалуйста, вот. Эта бумажка случайно попала мне в руки. Читай. Распорядок дня барона Путина Мюнхгаузена. А, любопытно. 6 утра подъем. Ненаказуемо. Подъем экономики? Ну и что? Раньше начнем, раньше кончим. Читай дальше. 7 часов утра. Укрепление рубля. Установление хорошего курса доллара. А, я не понял. Кто-то против? Нет. А, кто-то же. Читай дальше. С 9 до 11 подвиг. Наверное, имеется в виду заседание правительства, Ваше Величество. Там есть такие рожи, что смотреть на них каждое утро – это действительно подвиг. Плюс зеркала на каждом шагу. Да, кошмар. Ну, дальше. В 13:00 начало войны с Чечней. Угу. А когда конец? Про это ничего не написано. Где она? Кто? Ну, Чечня. Простите, Ваше Величество, но ее здесь вообще нет. А мы есть? Не то слово, Ваше Величество. Полуглобуса. Ну, тогда пускай воюй сколько хочет. Ой, это ж не опасно. Ну, что там дальше по расписанию? Господа, мы дошли до самого любопытного пункта. 16:30. Развод с семьей. С какой семьей? С вашей, Ваше Величество. А он что, женат на моей семье?
Еще как! А-а-а-я. Про вас в распорядке дня вообще ничего не сказано. Как? Не нашел времени для меня? Я же вам говорил, он сумасшедший! Теперь и сам вижу. Ну что же, будем проводить экспертизу. Куда вы меня тащите? Что это? Это значит, будет проверка рейтинга. Как далеко полетишь без семейной поддержки? На правительственном самолете? Какой самолет? Ты же понимаешь, известен народу своими чудесами. Даже неловко предлагать тебе самолет. Полетишь на этом... На ядре? Зачем на ядре? На установке «Град». Прямо в город Грозный. Вот как возьмешь его, сразу возвращайся. Тут для твоих чудес простор. Как раз дума новая соберется, вот. Будешь выращивать на лбу этих козлов, оленей, вишневое дерево. Поднимать аграрный сектор, вот. Так что давай, лети. Нет, ваше величество, погодите. Это все интриги. Я же хотел развестись понарошку, фиктивно, для публики. Разве я похож на такого сумасшедшего, который готов улететь из такой семьи? Лети, лети, потом разберемся. Скажите мне что-нибудь на прощание. Но ты герой. Не то. У тебя был большой рейтинг. Не то. Ну, хорошо, хорошо. Мы положим сырой порох. Слава богу. А как же... А мы потом посчитаем голоса зрителей, и большинство увидит, что ты летал и вернулся с победой. Тогда я пошел. Красиво поподнимается. Кто? Рейтинг. А, очень. Давай, заряжай. Ваше величество, а может, все-таки подложим сухого? Может, и сухого. А он думает, он один фантазер.